Здравствуйте, вас на ГИБДР, где вам все будет? Документы у вас предъявите. Здравствуйте. Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, страховой полис и путевую документацию. Сегодня под внимание инспекторов попадают рейсовые автобусы. На междугородних маршрутах водители проезжают несколько сотен километров, иногда без сна и отдыха. Проверить режим работы помогает тахограф. Он показывает скорость, пробег и время движения транспортного средства. Чем у вас нужно? С ремнем безопасности. Проверка технической исправности, оснащенности транспортного средства, наличие документов, в том числе и разрешающих перевозку пассажиров. Даже мельчайшие недочеты, говорят инспекторы, могут стать причиной серьезной аварии. Сегодня в рейде участвуют сотрудники областного поста ДПС, отделения ГИБДД межмуниципального отдела и Ростехнадзора. А если все-таки имеется, водитель знает, что имеется какая-то неисправность, да, какой-то недочет, то, соответственно, он негативно реагирует, ссылается на то, что нужно увести пассажиров, что пассажиры опаздывают. Но пассажиры относятся с пониманием, потому что все-таки это безопасность. Профилактическое мероприятие «Автобус» проходило 2 дня. В ходе рейда составлено 6 административных протоколов о нарушениях на междугородних рейсах.